Друзья мои, продолжаю предыдущий эфир. Я вам показала, чем я обрабатывала микроволновку, сковородку, духовку. Я обработала его концентрированным каустиком. Ну, концентрированный у меня 30%. Затем промыла водичкой, то есть убрала. С каустиком постояла оно все где-то минут 10. Затем убрала влажной тряпочкой, убрала каустик. И дальше, вот, например, микроволновку, там, где нельзя царапать, нельзя брать металлическую щетку, здесь я взяла дальше обыкновенный спирт и прошла дальше тряпочкой спиртом, и затем вытерла насухо. Вот чистая микроволновка, показываю вам. И дверки чистые, и все чистое. Те поверхности, которые можно царапать, вот, например, вот эта вот крышка, этой крышке, друзья, уже более 30 лет, алюминиевая крышка. Ну, я ее прошла точно так же и прошла далее, потом вытерла насухо, но прошла еще металлической щеточкой. Сюда не смотрите, это я не трогала, а вот чайник, показываю вам, прекрасно, он нержавеющий, с нержавейки прекрасно, прекрасно, замечательно. Все поверхности, которые хромированные или же нержавеющие, они прекрасно, гель на них убирается. И сейчас покажу вам стеклянные мои крышки. Я люблю стекло, чтобы видеть, как оно готовится. Вот. А и вымыть люблю его. Оно должно быть чисто, тогда приятно и готовить. Когда все чисто, оно приятно и готовить. Вот мне нравится готовить тогда, когда чисто. И решетка с микроволновки. Тоже точно таким же образом, друзья, можно чистить и... не то, сейчас поставим. Таким же образом можно чистить и решетки для барбекю, и шампура для шашлыков. Абсолютно. Вот тоже таким образом. Оно легко, хорошо снимается. И главное то, что быстро. Вот таким образом поделилась с вами. Готовьте, чистите. Будьте всегда в чистоте. Друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире!